Всем привет! Наконец-таки доехала до меня аккумуляторная УШМ. Долго ждал. Ехала с Китая. Посмотрим, что в комплекте. В комплекте вот такая макулатура. Подошва зарядного устройства. Также заказывал с двумя мощными аккумуляторами на 20 вольт. Защита. Также имеется ключ для смены дисков. Ручка-держатель. Ну, соответственно, сама болгарка. Она небольшая. С учетом веса аккумуляторов сбалансированная. Пластик черного цвета прорезиненный, зеленый пластик жесткий. Собрано достаточно добротно. Снизу есть индикация заряда батареи, кнопка включения, кнопка для фиксации . Сейчас разберем редуктор, посмотрим, как там дело обстоит со смазкой. Если смазки мало добавим, после этого проведем тест емкости аккумулятора. Будем резать арматуру. Смазки, как видите, здесь предостаточно. Добавлять ничего не буду. Собираем все обратно. Кстати, шуруповерт тоже был заказан на Алиэкспрессе. Фирму можете посмотреть сами. Отработал уже долгое время, отлично себя проявил. В общем, рекомендую. Ссылочку на этот шуруповерт тоже оставлю в описании к этому видео, так же как и на данную болгарку. Приступаем к тесту. Собираем защиту, ставим диск и поехали. Нашел кусок арматуры диаметром 10 миллиметров. Собрал нашу болгарку, предварительно зарядив аккумулятор до полной, поставил диск 125, 1,6 толщиной. Продолжаем. И думаю, надо немножко ей отдохнуть. Заряд как был. 4 деления так и остался.
Нагрева почти нет. Чуть теплая. Диск под 0, 4 деления, так и осталось. Не вижу смысла продолжать. Сейчас я посчитаю, сколько резов было сделано. В принципе, уже можно сделать вывод, то, что работать можно достаточно долго на одном заряде аккумулятора. А так как их два, можно работать вообще без остановки. Только диски меняй. Итак, друзья, удалось насобирать вот столько фрагментов нашей работы. Получилось 22 и здесь 23 рез. Диск практически полностью спалили. Я думаю, что на одном аккумуляторе минимум 100 резов. Арматура 10 мм, это УШМ свободно справится, а может быть и больше. Но не вижу смысла продолжать резать. Дело это такое долгое, муторное. И так понятно, что болгарка достаточно емкая по работе. Вернее, емкий у нее аккумулятор. Ссылочку на данную болгарку я оставлю в описании под этим видео. Смотрите, выбирайте, там много разных конфигураций. Можно заказать ее с одним аккумулятором, можно с двумя аккумуляторами послабже. Соответственно, и цена у них будет меняться. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Всем пока, всем удачи!